Главное управление МЧС России по Красноярскому краю обращается к родителям. Не допускайте детей к водоемам без вашего присмотра. Предупредите их об опасности. Замерзшие реки редко оставляют шансы для спасения провалившемуся под лед человеку. При температуре 4-5 градусов взрослый может продержаться от силы минут 15. А дети особенно уязвимы. Порог сопротивляемости их организма еще низкий. Ребенок быстро переохлаждается в воде, быстро устает. Если вы видите, что дети вышли на лед и играют на нем, примите все меры к тому, чтобы увести их из опасного места. Вызовите спасателей по телефону 112. Напоминаем, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. В пресной воде, в устьях рек и притоках прочность ослаблена. Лед ненадежен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев, кустов и камыша. В черте города Красноярска не рекомендуем выходить на лед нигде.